Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас мощный обогреватель вот в таком отражателе. Видите? ТЭН. 1 киловатт. Мощный ТЭН. От тепловентилятора «Ветерок». Вентилятор убран, поэтому ТЭН, значит, при малой мощности, применяя разделение тока, зарядное устройство 42 вольта 1,7, Сигвей, дает большой нагрев. Нагрев, ребята, до 150 и выше. Время прогрева 15-20 минут. Нагревается до 150. То есть отсюда идет тепло 100-150 градусов через 15-20 минут. При этом расход тока равен нулю, так как ток выравнивается. Значит, сколько взяли, столько вернули. Весь ток производит ТЭН. Поэтому, ребята, блок питания разделяет его, поэтому получается нулевое потребление. Благодаря этой системе вы сможете бесплатно отопиться зимой. Значит, применяется вот такой отражатель железный, большой. Внутри ТЭН от тепловентилятора «Ветерок». И для разделения токов блок питания, зарядное импульсное устройство Segway 42 вольта 1,7 ампер. Посмотрим показания приборов, чтобы не быть голословным. Показания, ребята, электронного счетчика точно показывают. Косинус фи, то есть ровер фактор, равен 0,50. То есть сколько он берет, столько и возвращает назад. Система работает на базе вечного двигателя второго рода. Ток выровненный. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу схему этого замечательного изделия. Схема. Косинус фи равен 0,5. Зарядное устройство 42 вольта, 1,7 ампер. Далее. ТЭН 1 киловатт, 150 градусов нагрев. Нагрев происходит через 20-30 минут. Значит, ток подали, вернули, подали, вернули. Благодаря тому, что косинус фи равен 0,5 целых, у нас расход 0 ватт. Благодарю вас за внимание. Всем удачи из стального богатырского.